Здравствуйте, дорогие любители летсплей прохождений. Мы проходим Assassin's Creed 3. В прошлой серии мы покончили с Бенджамином Чёрчем, предателем, как темплиеров, так и ассасинов. Ну, ассасинов так, тем более. И, кстати сказать, вот эта дама у нас родила ребеночка. Надо спросить, как у нее дела. Покурите, Коннор? Нет, спасибо. Мы тут вспоминали день, когда Хантер родился. А Хантер все-таки мальчик. Признаюсь, никогда так не волновался. Я и не помню, считая ничего до той минуты, как он завопил. А после этого каждая мелочь врезалась в память. Красная рожица нашего Хантера. Слезы и любовь в глазах моей Пруденс. Запах земли и листвы. Это был самый радостный момент в моей жизни. Похоже, здесь все хорошо. Ну и хорошо, что хорошо. А мне показалось сначала Хантер, ее зовут, девочка. Это Хантер, охотник. Так, ладно, посмотрим, что у нас еще есть за дела в поместье. Вот здесь, на юге, можно смотаться 200 метров. Ибо там что-то есть. Так, вот здесь заберешься, Коннор? Ай, ой, ой, что за течение такое бешеное? Ну, не там, так здесь. Березки. А чего так? В поместье березки шумят. Так, это наш плотник. Какой стул забабахал, да? Что там у тебя? Орудие труда. Не хотел вас беспокоить, но мне нужна ваша помощь. Вместе с повозкой сгорели почти все мои инструменты. В мастерской в Бостоне осталось кое-что, но вы знаете, меня там не особенно ждут. Если вам не трудно, не поможете ли вернуть инструменты? Что я должен делать? Охраняйте меня там. Встретимся в Бостоне у мастерской. Блин, в Бостон допилить. Так, далеко пешком? Да, в принципе, как бы нет. Но мы переместимся. Можно же переместиться. Мы, кстати сказать, купили же карту перьев в Джонстауне. Ну-ка. Ну да, карта нам показывает всего лишь одно перышко. Давайте его быстренько заберем. И это последнее перышко, как я понимаю, в этой игре. Блин, что за ответственная стена такая? А, блин, ниш. Нет. Сюда, за перо. Извиняюсь, отвлекли немного, и я потерялся сразу. Где я? Кто я? Так, думаю, переплывем, так будет быстрее. Ого. Ах, сломал ногу левую. Черт возьми, моя любимая нога.
О, бля, кто это орёт? Вопите? Красота! Неописуемая. Смотри-ка, люди, да, здесь рыбу ловят. А, нет, это эти. Патриоты. Или кто это такие? Или бандюки? А ну вернись ты! Хватай по себе! Замолчи ты вообще. Ой, ты еще бежишь. И присел покакать. Что-то не пойму, кто такие бандюги, по-моему. Бандюганы. Возьмем ствол на всякий случай. Еще какие-то бандюганы. Без разговору, без разбору. Взял его игрок. Эй, собачки, ну-ка не деритесь. Все, разошлись. По углам. И так без вас здесь целая революция, блядь, вспыхнула. Вы еще деретесь. Ох ты, как я его не увидела. Давай, Мишка. У тебя был шанс. Яма. Мишаня. Прям вот я реально не увидел, да, его? Сливался с окружающим миром. Да, это, кстати, медвежья какая-то это область. Видите, дофига. А, или не здесь. Ну, здесь тоже вот они рыбу, то есть, ловят, которая идет на нерест в речке. О, лиса. Убежали, сволочь, мало. Так, давайте докопаемся до того отряда. Чуть-то они здесь ходят. Никак. Поднимайся! Косой ты. Ой, подожди, что-то у меня кнопками, бля, стало. А, не делай так, Конор, а? Ну давай, еще раз. Эх, почему здесь головы не отлетают, а? Было бы красиво. Хотя может кто-то сказать, что головы отлетают, это слишком жестоко. Но я вам отвечу, господа, отдирать шкуру животных это не жестоко. То есть отлетали бы головы и ноги, было бы гораздо круче. Так, перышко у нас где-то здесь. Вон оно. А добраться мы можем, ну вот отсюда вот. Ничего сложного вроде я не вижу. Так. Так, я так понимаю, это было последнее перышко. Поэтому...
там... Ну-ка, сейчас внимательно посмотрим. Да, вроде последняя. Какая-то интерактивная беседа. Ну да ладно, бог с ним. Нью-Йорк. Нам не надо в Нью-Йорк. Нам как бы надо в Бостон. А так мы сможем переместиться? В Бостон. Чё-то вроде нет. Капитан Порта... Мы сможем переместиться через водяные просторы. Правда, не знаю, надо ли там платить. Так. Друг, товарищ и брат. Кто у нас есть водяные эти морские задания? Водяные, не говорю, блядь. Мне в Бостон отправишь? Ага. В Бостоне, кстати, там какое-то дело незаконченное было с ассасинами. Миссия за ассасинов. Так, а где наш товарищ? Вот он. Товарищ человек. Вот как раз в той области и на севере и был тот самый. А, я не туда бегу. Блин, вот когда в город заходишь, да сразу так все. Прапс. Гасит. ФПС-ки. И все как в замедленном действии. Ну, Бостон у нас уже принадлежит, смотрите, патриотам. Если в Нью-Йорке у нас ходит целая армия британцев, лоялистов, то здесь полную правят патриоты. Хотя они нам тоже не особо так дружны. Так, а это что за значок такой? Мышь. Приди в себя. Ты кто такой? Бостонские бойцы. Интересно. Ну-ка, на карте есть? На карте вроде как нет. Так, давайте запомним расположение. То есть от этого... блин, как его запомнить-то? Вот отсюда. Вот так вот, да? А вообще-то есть, да, смотри. Ну ладно, сгоняем потом сюда. Я просто боюсь, если я начну сейчас это задание, то у меня пропадет. Чё, в чем дело? Ну, а это смотри-ка еще пришли. Да ладно, а кто же я тогда? Блин, вот устроил я здесь замес, а? Запарил ты уже, умри на. Thank you.
Ну да, вот это весело. Сами виноваты, я просто хотел пройти мимо, а они на меня докопались. Да, я такой. Надо было на помощь позвать своих ассасинов, что-то я протупил в этом моменте. Вот эти тоже крутые, вот, нет. Сейчас он повернется. Вот эти вот, какие-то они капитаны тоже, патриотов. Что же с вами стряслось? Да они все умерли, не знаю почему. Один чихнул, другие заболели и тут же моментально умерли. Так, нам надо дать взятку глашатую. Хотел сказать, взять датку. Хотя... Добрые граждане! От вашего поведения зависят судьбы других. Оглянитесь, стоит ли защищать соседей? Может быть, сэкономим денежку? Рад вас видеть. Сейчас, подожди. Да куда ты свистишь? Ты сними вот этот плакатик. Вот так вот. Теперь мы инкогнито. Так, ну давай, что там с твоими инструментами. Давайте поднимем бунт. Давайте, ребятки. О, сколько народу. Нифига себе лансы, смотрите. А как вы вообще? Пихаем. Тем временем там назревает бунт. А что вы имеете в виду? Ну, строишь планы, а все идет прахом, и лучше не становится, слегка меняется. Блин, Ланс, мы можем побыстрее идти? Это пройдет. Ну, особо таких препятствий мы не видели. Вы что тут делаете? А, вот. Свое крыльцо подметаю. С каких это пор оно ваше? 3 недели, как я его купил. Круто. У владельца. Через его ученика. Владелец уехал. А вам-то что с того? Я и есть владелец. Уже нет, приятель. Сожалею. Разбирайтесь со своим учеником. Он часто болтается в том кабаке. Да вы небось знаете. Патрик. Блин, черный риэлтор, а? Ну, Патрик. Ну, погоди. Пойдем разберемся с твоим Патриком. Ланс, если ты будешь ходить побыстрее, я буду тебе очень признателен. Давай. А, Патрик отмечает удачную сделку. А, деньги считают, зараза. Ланс! Патрик! Как ты посмел продать мастерскую? Ты удрал, я решил, что насовсем, и продал все. И мастерскую, и инструмент. Не повезло. В общем, рад был поболтать, но мне пора. Ну похеревший. Ты чё, Патрик охренел, что ли? Блин? Вот гад! Инструменты жизни столяра. Он их ни за что не продаст. А, ты столяр? Я думаю, ты плотник. Припрятал где-нибудь. Так пойдем за ним. Нам надо проследить, да, за ним. Патрик О'Хара он, оказывается.
Так, он что-то заподозрил. А, нет, пошел. Ланс, только ты не пались, ладно? Ух ты, Ланс, смотри, у него тоже есть опыт слежки. Да, ты куда полез? Стой спокойно. Ланс, ты где там шаришься? Что он стал там? Ой, чуть не спалились. Вот пошел. Блин, отойди. Блин, это то Харан, сам, по-моему, не знает, куда идти. Не, ну надо, да, наглость такую иметь. То есть распродал имущество ему не принадлежащее. И говорит, ну, приятно было с вами поболтать, так что мне пора, ребят. Так, тихо, назад. А, то есть мы нашли, да? Пойдем, Ланс. Вот твои инструменты. Блин, надо было у этого придурка... Ну, все-таки хоть что-то, спасибо. Деньги хоть верится, было отобрать. Продал мастерскую. Увидимся дома. Давай. Рад был помочь. Так, мне интересно смотаться вот этот бойцовский клуб. Или как он там назывался? Бойцы Бостона. Что пишут здесь? В новостях. Ланс теперь может изготавливать предметы и материалы лучшего качества. Хорошо, отлично. Просто мы не пользуемся грозбухом. Так что нам это в принципе... Как бы бесполезно. Так, вот, вот это, вот об этом я говорил. Человечики. Ой, мадам, извините. Сабля рубит слабее. Обращайтесь к оружейникам, братья Форнби. Реклама. В Assassin's Creed. По улучшению рапиры или что в этом роде. Даже в те времена, да, существовала реклама? Реклама, по-моему, всегда, да, была? Блин, погода такая мерзопакостная. Ненавижу такую погоду, прежде всего из-за того, что... Игра тормозит. Так, где-то здесь. У нас был чувачело, который вроде бы как бы не против... Пойти в ассасины. Вот этот за баром сидит, который. Я почему-то подумал, что он пастор. Ну, сейчас он молчит, ничего не говорит. Ну да ладно, фиг с тобой. Тогда сам Бог велел.
Да нет, не то, что ты делаешь. Блин, знаешь, когда карта так со мной шутит? Злые шуточки свои. Пойдем посмотрим, что у них там в бойцовском клубе. Блин, как туговато с этой погодой. Фрапс пока еще 10 кадров в секунду. Ну, давай, разгоняйся, Фрапс. Хотя бы. Ой, да вы надоели, блядь. Смотри, что творят, а? Запарили вы уже. Я не хочу умирать. Оставьте меня. Да кому ты нужна? Я вообще хотел сюда, вот, в бойцовский клуб пойти. Так, кто ты такой? Как правильно? Бостонские бойцы. Да, попробуем. Ищешь, с кем бы силой помериться? Да, есть такое. Я как раз устраиваю турнир. Но пускают туда не всех. Сначала надо себя проявить. Вот список имен. Побьешь всех, сможешь участвовать, тогда поглядим, чего ты стоишь. Ух ты. Задание-то не коротенькое. Так, найдите Гарольда Ринга на старой пивоварне в Бостоне. А он как-то... Найдите Питера Баньяна на фронтире и бросьте ему вызов. Окей. Все, двоих только. Как-то он обозначен, нет? Или мне надо его прям искать? Где же я вам его найду? Простые ребята. Ну ладно, как бы то ни было, давайте на этом серию закончим. Погода отвратительная, записывать тяжеловато. Но ничего, мы справимся. Поэтому желаю всем всего доброго. До новой серии, пока.